Привет, Секюрем К64, ну тут три профиля, сейчас будет видео по профилю 1А, остальные открывать не буду, чтобы не занимать время, это положил так для обзора. Три варианта волны, профиль обозначает волну, волна формой 1А, формой 1Б и 3С. Если выделять, какие из них наиболее часто попадаются, это вот это два основных профиля. 1Б, 1А. Если выделять из этих двоих, какой более часто попадается, ну я бы выделил 1Б. Возможно, в каких-то районах, конечно, будет и 1А. То есть это два самых основных профиля. 3С более редкие, ну, на данный момент более редкие. Все может меняться. Так, работаем 0,6 фольгой. Сейчас откроем. Профиль волны 1А. Работать можно качать и вправо-влево, можно качать вверх-вниз. Быстрее получается, когда качаешь вверх-вниз. И если качать вверх-вниз, то натяжение делаем налево, на сторону пинов. То есть вот так налево делаем натяжение и качаем вверх-вниз. Ну, можно сказать, что К64 инструмент практически безотказный и работает на 100%. Единственная проблема пока это определение профиля волны, когда замок стоит в дверях. Пока я не могу это определять. Поэтому открываем методом. Просто, если не открыл один профиль, значит берем другой и пробуем открывать другим. Вот таким способом. Цена будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока.